Теперь на ледовых переправах фиксируется выезд на лед. С сегодняшнего дня начали работать камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Госавтоинспекция Якутии сообщает, что меры приняты в целях предотвращения несанкционированных выездов на лед и несчастных случаев. Между тем, на местах продолжается круглосуточное дежурство сотрудников ГИБДД. Автомашины, водители которых будут игнорировать запрет и все же проезжать под запрещающий знак, камера будет автоматически фиксировать, а сотрудники госавтоинспекции выносить постановление о нарушении. До официального открытия ледовых переправ камеры будут работать.